Веса на стадионе Менди Сабионов Испании наряду с ветераном Эль Малиньоном и Мисталий. Построен он был в далеком 1923 году. В ближайшее время вместительность стадиона будет увеличена до 32 тысяч. Посмотрим на состав хозяев. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. А это стартовая расстановка гостевой команды. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Кони. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Радоя. Яго Аспас в очень хорошей форме сейчас находится. В первую очередь я бы от него ждал хорошего дриблинга. Здесь он, конечно, мастер. Он может расправиться в одиночку с обороной соперника. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Стадионов Испании наряду с ветераном Эль Малиньоном и Мисталий. Построен он был в далеком 1923 году. В ближайшее время вместительность стадиона будет увеличена до 32 тысяч. Посмотрим на состав хозяев. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. А это стартовая расстановка гостевой команды. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Кони. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Радоя. Яго Аспас в очень хорошей форме сейчас находится. В первую очередь я бы от него ждал хорошего дриблинга. Здесь он, конечно, мастер. Он может расправиться в одиночку с обороной соперника. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Стадионов Испании наряду с ветераном Эль Малиньоном и Мисталий. Построен он был в далеком 1923 году. В ближайшее время вместительность стадиона будет увеличена до 32 тысяч. Посмотрим на состав хозяев. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. А это стартовая расстановка гостевой команды. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Кони. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Радоя. Яго Аспас в очень хорошей форме сейчас находится. В первую очередь я бы от него ждал хорошего дриблинга. Здесь он, конечно, мастер. Он может расправиться в одиночку с обороной соперника. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Стадионов Испании наряду с ветераном Эль Малиньоном и Мисталий. Построен он был в далеком 1923 году. В ближайшее время вместительность стадиона будет увеличена до 32 тысяч. Посмотрим на состав хозяев. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. А это стартовая расстановка гостевой команды. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Кони. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Радоя. Яго Аспас в очень хорошей форме сейчас находится. В первую очередь я бы от него ждал хорошего дриблинга. Здесь он, конечно, мастер. Он может расправиться в одиночку с обороной соперника. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Стадионов Испании наряду с ветераном Эль Малиньоном и Мисталий. Построен он был в далеком 1923 году. В ближайшее время вместительность стадиона будет увеличена до 32 тысяч. Посмотрим на состав хозяев.
Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. А это стартовая расстановка гостевой команды. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы и игрок.